Узнаете ли вы меня? Виноват. Ну, взгляните хорошенько, да, Ирина Семеновна? Позвольте. Нет, не могу. Спасибо, Дарья Семеновна. А позвольте спросить, играете ли вы еще на фортепиано? И, батюшка, куда мне? А помните, в 19-м году в Тамбове... Боже ты мой, Василий Петрович! Аз многогрешный. Вот оно время-то. Другим человеком стал. Дарья Семеновна и не узнала. Вот Бог привел свидеться. Да я слышала, вы разбогатели страшно. С горя, Дарья Семеновна. Как вы отказали мне, помните? Я в дела вошел, в торги. На свою беду разбогател, да с отчаяния женился. Из постоянства, верно. А сюда какими судьбами? Да вот, сына привез. А детей у вас много? Один сын всего. Женатый. Холостой. Прошу покорнейше садиться. Настенька, погляди, зажжены свечи в гостиной. Да, тетушка. А что ты же наговорил? Да, сыня, женить его хочу. Ах, будьте осторожны, Василий Петрович. В Петербурге девушки все хороши на вид. А как выйдут замуж, сразу видно. Воспитание не то. Вот. И нет. Вы говорили с моей племянницей, сиротой, которую я держу из милости. Я мать Василий Петрович, но я вам скажу, что дочь моя так воспитана, так приготовлена. Маменька! Что, светик мой? Платье принесли! Сейчас мой друг. И невинная такая, молодец, господин. Вот этого-то мне и надо. Сашка мой, добрый малый, только в голове у него еще ветер. Наговорили ему, что у него 2 миллиона. Так он, представьте, не-не-не, для шалости оно бы ничего, а? А так, летом, в Тамбове, жениться вздумал. На интриганке какой-то. Ну, я вижу, дело плохо. Сына с собой и к вам в Петербург. По старой памяти знаю, что не откажете в добром совете. А у вас, я слышал, дочь. Кто знает, может быть, дети наши познакомятся, слюбятся. Коли не мы, так дети наши, Дарья Семеновна.